Вот первые осенние заморозки. Стекло вон как заморозилось. Здесь не очень. Сейчас будем испытывать вебастер. Насколько быстро отогревает. Только что камера сама выключилась. Не знаю, до этого запись записалась или нет. Посмотрим, когда монтажировать будем. Так, вот я только, если она не записалась, на случай, я только сел, включил вебаста. И вот жду, когда отсюда подует теплый ветерок. Ага, вот он начал уже нагреваться. Прошла минута буквально. Минута прошла, и уже воздух начал тепленький дуть. Но стекла пока еще в инии. Что-то теплее-то не становится. Он здесь уже оттаивать начал. Почему он здесь-то не оттаивает? Так, на третью поставим. Вот здесь вот началось. Вот. А температура здесь даже не поднялась. Вот такой дизель. Без вебаста зимой никак. Вот здесь вот видно уже. Ну, потеплело. Можно вот на эту кнопочку нажать, чтобы снаружи не засасывало. Надо было раньше, конечно, нажать.
Вот чего это. Здесь показывает минус 1.5. Но я дома смотрел, там минус 3 было. Теплеет, но не так быстро. Медленно температура повышается. Попробуем еще увеличить скорость. Нормально, за 10 минут выбаста сделала свое дело. Здесь температура даже не шелохнулась. Пойдет не так долго.